بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие наши телезрители, в прошлой нашей передаче мы с вами начали разговор об ангелах и рассказали о том, что они благородные рабы Всевышнего, которые никогда не ослушиваются Его, которые всегда делают то, что Он им приказывает. Они созданы для поклонения Аллаху, для прославления Его без устали днем и ночью. Ангелы всегда благие, и не может быть падших ангелов. Это несовместимо с их природой. Что касается сатаны и Иблиса, то он никогда и не был ангелом. Он был джинном, гением, который поначалу поклонялся Аллаху, находясь среди ангелов, а затем возгордился и восстал против Создателя. Давайте поговорим сегодня о связи этого мира, мира ангелов с нашим миром, миром людей. Тесная связь между миром ангелов и миром людей установилась сразу, с первой минуты возникновения человека. Как только Аллах создал нашего праотца Адама, мир ему, когда Всевышний пожелал создать Адама, то сообщил об этом ангелам. И они спросили Создателя о том, в чем состоит мудрый смысл этого сотворения. Ангелам стало известно от Аллаха, что потомки этого нового творения, природа которого земной прах, что потомки его, поселившись на земле, будут сеять там нечестие, будут проливать кровь, будут совершать грехи, будут поклоняться лжебогам и проявлять неверие. Всевышний же сообщил ангелам, что в сотворении Адама есть великий по своей мудрости смысл, который знает только он. Всевышний знал, что среди потомков Адама будут благородные Божьи пророки и посланники, что среди них будут благочестивые праведники и угодники, что среди них будут те, кому будет суждено стать обитателями рая. Когда Аллах создал Адама и вдохнул в него дух, то повелел ангелам приветствовать новое творение поклоном в знак почтения. Когда же Адам прожил свою долгую жизнь и умер, Всевышний повелел ангелам омыть его тело. Смерть Адама вызвала замешательство у его детей. Они не знали, как нужно поступить с телом их отца, потому что до этого они не хоронили никого. И тогда ангелы по приказу Аллаха научили их, что делать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Лямма туфия Адам, гасалатху аль-малаикату биль-маи витра. Вальхаду лаху ва калу, хазихи суннату Адама фи валади». Когда скончался Адам, ангелы омыли его водой нечетное количество раз. Сделали для него в могиле нишу, ляхд, и сказали: сделанное с Адамом достанет обычаем в потомстве его. Каждый из нас, людей, имеет дело с ангелами на протяжении всего своего существования. Когда человек находится в утробе матери, к нему представляется ангел, который отвечает за его развитие и записывает по приказу Всевышнего то, что предначертано этому человеку. В хадисе сказано: «Ваккаля Аллаху биррахими малака, фаякулу, эй Рабб, нутфа, эй Рабби, алака, эй Рабби, мудга, фаиза рад Аллаху, ай якдия халкаха, каля, эй Рабби, закару нам унса, ашакию нам саидун, фамар ризгу, фамал аджаль, фаяктубу казалика фи батни уммихи». Аллах представляет к материнской утробе ангела, который, когда наступает соответствующий срок, говорит: «О мой Господь, быть ли ему каплей?» Затем, по прошествии срока, говорит: «О мой Господь, стать ли ему сгустком крови, подобным пиявке?» Затем, по наступлению следующего срока, говорит: «О мой Господь, превратиться ли ему в нечто подобное
кусочку жеваного мяса. И когда Господь дозволяет это превращение, ангел спрашивает: «О мой Господь, быть ли ему мужчиной или женщиной? Быть ли ему счастливым или несчастным? Каким будет его достаток? Сколько времени он проживет?» И затем ангел записывает все это в материнской утробе. И как только человек рождается в этот мир, Аллах по своей милости тут же представляет к нему ангелов, которые охраняют его спереди и сзади. Всевышний говорит: «Лаху маакибату мин бейни ядейхи ва мин хальфи, яхфазунаху мин амриллах». У человека есть те, кто сопровождает его спереди и сзади, охраняя его по воле Аллаха. Когда же наступает смертный час человека, охранявшие его доселе ангелы покидают его. «О человек, посмотри на заботу Аллаха о тебе. К тебе, слабому творению, представляются особые ангелы, которые охраняют тебя со всех сторон. И как же ты, зная об этой опеке Всевышнего, осмеливаешься перечить ему и ослушиваться его?» Далее Аллах поручает особым ангелам побуждать сердце человека к благому. Сердцу человека внушают мысли как ангел, так и шейтан. Ангелы внушают человеку добро и веру. Что касается шейтана, то он внушает зло и неверие в обещания Всевышнего. По приказу Всевышнего ангелы записывают, фиксируют все произнесенные человеком слова и все совершенные им поступки. Аллах сказал, Субхана ва Тааля: «Неужели они полагают, что мы, Аллах, не слышим их тайн и секретных бесед? О нет, при них находятся наши посланцы, которые все записывают». Каждому человеку прикреплены два ангела, которые никогда не расстаются с ним, которые записывают абсолютно все, что он говорит или делает. Рассказывают, что когда выдающийся ученый ислама имам Ахмад ибн Ханбаль болел, к нему пришел человек и сообщил ему о том, что ангелы записывают даже стоны больного. И, услышав это, имам Ахмад сразу же прекратил стонать. В загробном мире, в день великого суда, человек обнаружит все, что он совершал, малое и большое, зафиксировано, что ничего не упущено. Однажды известный последователь сподвижников, имам Хасан аль-Басри, произнес такие слова. Он сказал: «О человек, для тебя разворачивают чистый свиток, чистый лист, и представляют к тебе двух благородных ангелов, одного справа, а другого слева. Тот, что справа, сохраняет твои хорошие дела, а тот, что слева, сохраняет твои злодеяния. И говорит: делай, что хочешь, произноси, что хочешь, греши, сколько сочтешь нужным, мало или много, все будет записано. Затем, когда ты, о человек, умираешь, свиток с записью твоих деяний сворачивают и прикрепляют к твоей шее и помещают вместе с тобой в могилу. А в судный день произойдет то, о чем Аллах говорит в Коране. Каждому человеку мы привязали к его шее его деяния, а в судный день извлечем для него книгу, которую он найдет развернутой. И будет сказано: «Икра китабак, кафа бинафсика льяума алейка хасиба». Читай свою книгу. Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя. Ангелы проклинают людей, которые живут в неверии и непокорности Создателю, и которые умирают в неверии. А когда люди, отвергающие веру, и грешники лежат на смертном одре, к ним нисходят ангелы и начинают истязать их, и вырывают их души из тел грубо, ничуть не жалея их. Ангелы говорят каждому из них: «О душа скверная, пребывающая в скверной плоти, выйди навстречу гневу Господа, выйди навстречу к огню пылающему». Ангелы по повелению Всевышнего подвергают таких людей мучениям, как в могилах, так и в адском пламени. Те, кто отвергал искреннее служение единому Создателю, незапятнанное многобожием и неверием, те находятся в адском огне. И, находясь там, они просят ангелов, хранителей ада, обратиться к Аллаху с просьбой облегчить их мучения или прикончить их. Но ангелы отвечают:
«Иннакум макисуун». Нет, вы останетесь здесь навеки. Ангелы любят людей верующих, праведных, чистых, покорных Аллаху. В хадисе сказано, если Аллах любит раба, то взывает к Джибрилю: «О, Джибриль, поистине я люблю такого-то, так возлюби же его и ты». И Джибриль начинает любить этого человека. Затем Джибриль взывает на небесах и говорит: «Поистине Аллах любит такого-то, так возлюбите же его». И обитатели небес начинают любить этого человека. А затем этому человеку дается признание на земле. Ангелы просят у Аллаха простить верующих и молятся за них. Они говорят: «Раббана, васи'та кулля шейин рахматан ва ильма, фагфир лиллязина табу ва таба'у сабилак, ва кихим азабаль джахим». «О наш Господь, Ты объемлешь все Своей милостью и знанием. Прости же тем, которые покаялись и последовали Твоим путем, и защити их от наказания ада». Ангелы благословляют человека, который учит других добру. Благословение ангелов – это их обращение к Аллаху с мольбой за человека. В хадисе сказано: «Поистине Аллах и его ангелы, все обитатели небес и земли, даже муравей в своей норке и рыба в море благословляют человека, обучающего людей благому». Ангелы молятся за людей, которые приходят в мечети для намаза. В хадисе сказано: «Ангелы благословляют кого-либо из вас, пока он находится на том месте, где он совершал намаз. И говорят: «О Аллах, благослови его! О Аллах, помилуй его!» И ангелы делают это до тех пор, пока не нарушится его омовение. Также ангелы благословляют тех, кто совершает намаз в первом ряду молящихся. И это побуждает нас с вами приходить на намаз пораньше, чтобы занять место в первом ряду. Ангелы благословляют тех, которые в намазе делают свой ряд непрерывным, тех, которые заполняют пустые пространства. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине Аллах и его ангелы благословляют тех, чей ряд в намазе непрерывен. А того, кто заполнит пустоту в ряду, того Аллах возвысит на одну ступень». Ангелы благословляют тех, кто посещает больных, и тех, кто стремится получить религиозное знание. И как-то раз к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел человек и сказал: «О посланник Аллаха, я пришел к тебе, чтобы научиться религии». Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, произнес такие слова: «Мархабан би талибиль ильм, инна талибаль ильм латахиффуль малаика, ва тузилюху би аджнихатиха, сумма яркабу ба'духу ба'да, хатта яблюху ссамаа дунья мин хуббихим лима яталуб». «Добро пожаловать, искателю знания! Поистине ангелы окружают того, кто изучает религию. Они осеняют его своими крыльями и затем располагаются друг над другом, пока не достигают ближайшего неба из-за своей любви к тому, к чему он стремится». Возле человека бывают ангелы, которые сменяют друг друга. Одни ангелы нисходят во время утреннего намаза и остаются с человеком до предвечернего намаза, после чего поднимаются на небо. А вместо них нисходят другие, которые остаются с человеком до утреннего намаза, и затем поднимаются к своему Господу. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал об этом. Он сказал: «Ангелы, которые пребывают среди вас ночью, сменяют тех ангелов, которые находятся среди вас днем, встречаясь друг с другом во время утреннего и предвечернего намазов. После этого те ангелы, которые провели возле вас ночь, возносятся к небесам. И Аллах, знающий положение людей лучше ангелов, спрашивает их: в каком положении вы оставили моих рабов? Они отвечают: мы покинули их, когда они молились, и когда мы пришли к ним, они тоже молились». Какое-то прекрасное свидетельство перед Аллахом в пользу человека. Свидетельство в пользу человека, который совершает намаз. И это свидетельство со стороны этих чистых рабов, ангелов Всевышнего. Когда верующие люди умирают, к ним нисходят ангелы с радостными вестями.
и говорят им: «Алла тахафу, валя тахзану, вабширу бильджаннати аллати кунтум туаду, нахну аулияукум фил хаяти дунья ва фил ахира, валакум фиха ма таштахи анфусукум, валакум фиха ма таддаун». Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь раю, который вам был обещан. Мы – ваши помощники в мире земном и в жизни вечной. И будет вам в жизни вечной то, чего возжелают ваши души, и все, чего вы потребуете. Когда ангелы упокаивают душу верующего и праведного человека, то они делают это нежно, осторожно. Они говорят ему: «О, душа благая, пребывающая в благом теле, выходи навстречу к покою и наслаждению рая, Господу, довольному тобой и не гневающемуся». И душа этого человека вытекает из тела, подобно капле, которая вытекает из горлышка бурдюка. В судный день ангелы встречают верующих людей, восставших из могил, говоря: «Вот тот день, который вам был обещан». Ангелы встречают верующих у ворот рая, когда те прибывают к ним, говоря: «Саламун алейкум». «Тыбтум фадхулуха халидин». «Мир вам, о благие, войдите в рай навеки». А когда верующие входят в рай, ангелы входят к ним через все врата, говоря: «Саламун алейкум бима сабартум, фаниама укбаддар». «Мир вам за то, что вы терпели. Как прекрасна последняя обитель». Итак, мы верим в ангелов. И это один из столпов истинной веры. Вера в ангелов заставляет нас еще больше возвеличивать и благодарить нашего Создателя. Ибо несомненно велик, несомненно милостив и несомненно мудр тот, кто создал столь великие, столь благие и столь совершенные существа. Вера в ангелов помогает нам быть покорными Аллаху, усердно поклоняться Ему, трепетать перед Ним и любить Его, потому что все это присуще ангелам, которых Аллах приводит нам в пример. Вера в ангелов помогает нам остерегаться поклонения не Аллаху, остерегаться обращения с мольбами к кому-то, кроме Аллаха. Ибо если даже поклонение и мольба, обращенные к ангелам, являются многобожием и неверием, то что же говорить о поклонении другим? И, наконец, вера в ангелов заставляет нас постоянно контролировать произносимые нами слова и совершаемые нами деяния. Ибо мы знаем, что все это безошибочно записывается ангелами. Мы просим Всевышнего Аллаха помиловать всех нас, простить нам наши грехи, даровать нам от всякого блага, ввести нас в рай и уберечь нас от ада. Аминь. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون